Всем огромный привет! Совместно с каналом Анна Флорида каждый четверг мы готовим для вас что-то вкусное по рецепту правильного питания. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Все ссылочки в описании. Сегодня готовим запеканку из гречки и печени. Домашнюю, вкусную и очень-очень сытную. Сырую куриную печень измельчаем в блендере. Гречку отвариваем до готовности. Яйца взбиваем с солью и черным молотым перцем. Добавляем обжаренный лук и морковь совсем немножко. Добавляем панировочные сухари. Все хорошо перемешиваем. Отправляем на противень, смазанный растительным маслом. Выпекаем в заранее разогретой духовке при температуре 200 градусов 30-40 минут. Смотрите по своей духовке. Получается вкуснота и красота. А главное полезно, этот рецепт пригодится также тем, кто не любит кушать печень. По вкусу, конечно же, можно добавить еще какие-то специи, любимые травы. А я желаю вам приятного аппетита, всего самого хорошего, подписывайтесь на мой канал и встретимся с вами в следующих видео. Всем пока-пока!